друзья, сегодня я хочу показать вам такую местность, скажем, озеро. Наше самое красивое озеро. Летом здесь бывает очень много туристов. Вот старая гостиница, уже заброшенная. Странно, что ее забросили. Она в таком прибыльном, хорошем месте, где от туристов отбоя не бывает. Но забросили, видать. Сегодня такая погода, чуть-чуть пасмурная. Если бы было солнечное, все эти горы, вот это все очень красиво бывает. Такой вид. Вода бывает прозрачная, прозрачная. И вода бывает прозрачная. Смотрите, какая большая гостиница. Вот сюда прям причаливает пароход. И люди катаются себе на пароходе. Это все гостиницы. Что вы видите, дома там. Это все гостиницы. Вот дома вот поблизости вот этой местности очень дорогие. Хоть и старые, но дорогие. Летом совсем другой вид бывает, очень красиво, все зацветает, совсем другая картина бывает. Thank you.
Интересно, кто в этом доме живет? Я бы побоялась там жить. Прямо на воде. Прямо на озере дом. А это что за сказочный такой домик? Старинный дом, и занавески такие. Тут, можно сказать, вот эта вся дорога, почти все гостиницы частников, сказать, очень редко. Ну, частники тоже есть, да, но гостиниц больше. Вот видите, прямо на озере. Вот, вот это уже частный дом. Вот это уже вообще европейская планировка. Вам нравится, друзья? Смотрите, это домик как в деревне у бабушки. Такой интересный деревянный домик. А какие окна на чердаке, смотрите. Кукольный такой, мультяшный домик. Ну вот так вот. Так. Здесь, видать, настоящий австриец живет. Даже с флагами, с красками. Старый дом, дорогая, наверняка никто там не живет. Thank you.
Смотрите, где крыша. Прям по дороге. Как эти люди живут. Красиво. Это деревья. Некоторые даже заброшенные. Вон лес, да, и сапожник. Смотри. Вон лес. На какой высоте люди живут? Это ж надо. Но зато так аккуратно все, так красиво. Смотрите, какой старый дом. Здесь наверняка живут вот такие, знаете, как их называют? Пастухи, скажем. Нет, не пастухи. Смотрите. Тоже такой дом. Ой, такой страшный дом. Смотрите, какие-то маски. Ой, этот дом страшный. И здесь кого-то закопали. Как вам деревня, друзья? Смотрите, какие дома здесь интересные. Каждый по-своему здесь дом интересен. Кошка сидит себе. Смотрите, что там на деревьях. Thank you.
заброшенные есть. Но везде порядок, чистота. Мусор умирает. Вот это, мне кажется, какие-то гостиницы. Они одинаковые прям. Дома просто, я не знаю, каждый дом по-своему индивидуальный. Вот это все боулинг, да? А вот это все деревня. Вот сейчас мы проезжаем в деревню. Если вам интересны такие влоги, я буду снимать. Ну все, сейчас мы уже едем домой. Вот, а в этом доме живем мы.